Всем привет! Меня зовут Алина, это канал «Жизнь Алины». Сейчас я нахожусь на севере Испании, в Астуриас. И я подумала, что, наверное, пора бы уже выложить последнее видео из новогодней поездки по Андалусии. Поэтому сегодня я соберу все, что осталось, сделаю вам видео из Кордобы, из Тарифы, еще из каких-то городков, в общем. А вообще хотела сказать, что уже месяц, как существует мой канал, это, конечно, очень рано, чтобы делать какие-то выводы о том, насколько у меня получается. Но глобально хочу сказать, что, наверное, главный критерий успешности моего канала, что у меня уже появились хейтеры, такие странные люди, которые находят меня в Фейсбуке, в Инстаграме или на Ютубе и пишут всякие гадости. Это забавно. Я достаточно взрослый человек, я все про себя давно знаю и понимаю, и вряд ли какие-то странные комментарии в сети могут как-то меня расстроить. Меня это скорее забавляет. Вот. А если серьезно, то я убеждена, твердо убеждена, что абсолютно все в этом мире существует в двух состояниях. Это развитие и эволюция, либо деградация и разрушение. И если вам кажется, что сейчас ничего не происходит с вами, нет, вы всегда либо туда двигаетесь, либо туда. И, собственно, я так привыкла оценивать все в этой жизни своей, и себя, и свои отношения, например, и свою работу, какие-то свои навыки. И вот в плане блогинга я поняла, что я расту, что я двигаюсь вот в сторону эволюции. Потому что уже за этот месяц я вижу, что я стала по-другому снимать, я стала лучше снимать. Я уже не делаю за день 150 видео, которые еще неделю потом разбираю. А я понимаю, что снимать, сколько снимать. Я, мне кажется, стала лучше монтировать. Мои отношения с камерой тоже эволюционируют. Это очень круто. И вообще для меня всегда главная моя мотивация и такой индикатор, что я все делаю правильно, это когда я понимаю, что есть рост. В этом плане большое спасибо вам, кто на меня подписан, кто меня смотрит, потому что можно сколько угодно говорить, да, там, про эволюцию и развитие, но мне, конечно, очень приятно, что при моей цели набрать 100 подписчиков за первый месяц существования канала, а их уже 200. В общем, спасибо всем, кто смотрит, кто подписан. Я надеюсь, что вам нравится то, что вы видите. Я буду стараться делать лучше, интереснее. Поэтому, если еще нет, то подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и приятного просмотра. Это город Тарифа. Здесь очень ветрено и делать, в принципе, нечего, потому что нет никаких достопримечательностей, но это просто Мекка для любителей разных водных видов спорта, для которых требуются волны. Внезапно пошел дождь, испортив наши планы на прекрасный хайк. Поэтому мы просто приехали посмотреть на океан, посмотреть на маяк. И вот там уже виднеется Африка. Завтра самая главная часть нашего путешествия. Мы поплывем на пароме в Сеуту. А пока покажу вам немного океана. Здесь это уже океан. Мы живем недалеко от Тарифы сейчас, последний день сегодня. И вот в Тарифе как раз находится точка, где Средиземное море встречается с Атлантическим океаном. Это очень красиво. Наслаждайтесь.
Это чисто андалусийская традиция, когда маяки делают из обычных башен, просто приделывая наверх фонари. Этой башне больше 500 лет уже. Ипс. Вот какая здесь красота. Покажу, куда ведет эта лестница. Конечно же, на пляж. Пататас бравос, классика испанских обедов, ужинов. Вообще Кордова очень классная. Здесь такой микс, например, вот это римские развалины. Там дальше такие арабские башенки. И, в общем, очень красивый микс всего-всего на свете. Даем машину и идем в аэропорт. Как выглядит бизнес-зал, меню бизнес-зала в аэропорту Малаги? Не густо.
please proceed to the boarding gate number B49. Наш рейс. Объявили, началась посадка. Домой! Ну все, мчим домой, в Барселону.